Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Impaut, а мы продолжаем играть в Far Cry Primal, так сказать, продолжаем историю Такара. Так, это у нас что, тайник? В тайнике у нас, ну, в принципе, много всего прикольного. Ну, пофиг, пусть дальше лежит. Короче, что я хочу сказать, за время того, пока я не снимал, я, конечно, сюжетную линию старался не трогать, что я, в принципе, и сделал, поэтому мы сейчас пойдем по сюжету. Я, блин, не то нажал. Я, короче, захватил аванпосты, открыл побольше костров, теперь мы можем вот спокойно вот тут вот по миру перемещаться, так сказать, и выполнять задания наших, так сказать, соплеменников. И вон, пойдем себе новых найдем друзей, так сказать. Сейчас мы пойдем за старым дедом Вугой. За Вугой пойдем. А то что-то он там засиделся, заперделся и без дела. Надо его достать. Больше всего смешно, что расстояние измеряется не в километрах, а в шагах. Ну хотя да, так сказать, в других Far Cry'ях расстояние измеряется в километрах, а тут у нас, опа, и в шагах, потому что мы с вами в древнем времени, так сказать. Ты кто, кабан? Блять, я пэта. Ну-ка стоять, стоять, кабан. Я копье чё, просто так улучшил, чтоб ты от меня убежал? Ну-ка, фас нахуй. А, он уже сдох. Ну, просто чё бы не собрать шкуру, пока халява-то есть. Это у нас тут чё, мешок лежит. Бля, ну давай попробуем. Опа, поймал. Кость. А дальше пишет, что ж недостаточно места. Фигово, что недостаточно места. А то я тут узнал, то, что у меня, оказывается, можно прокачать дубинку, копье, даже новый лук собрать. Только мне надо материалы каких-то северных земель. Бля, не, миссию я здесь выполнять не буду, отстаньте. Просто тут уже по сюжету другое племя обитает, которое любит почему-то облить себя синей краской. Откуда они вообще взяли эту синюю краску, это, конечно, может быть, их спросите. Ну, не знаю, ответьте они вам или нет. Нахера они это делают? Бля, вот тут было бы неплохо спуститься. Давай попробуем по склону аккуратненько. У меня, кстати, хилка какая стоит. Давай стандартную поставим. Так, скатывайся. Опа, ножи прокатились и заебок. Идем до деда. Дед засиделся. Опа, рыбкой. Бля, тут же эта рыба водится, да? Вот эта саблезубая, но древняя. Надеюсь, она меня за жопу не цапнет, а то будет больно. Так, вот уже вижу растение зеленое, оно нам пригодится. Ебать. Прям тигр, что ли? Где тигр? А, во-во-во. Белый. Я думал, саблезубый, я аж охуел, думаю, нихуя себе имба. Он же меня разъебет. Бля, сейчас миссию будем посреди ночи выполнять, кажись. Очень хуёво. Ладно, что он у нас там делает? Сука, свет у него такой из пещеры. Чем там старый занимается? Ага, вон там к нему можно залезть.
Так. Здесь что, спиздить у него ничего нельзя? А, и вот он у нас здесь. Ебать. Ловушка, что ли? Чё ржёшь? Ах ты ж пидор, кто так делает? Ебать тебя хуел. Ты грязная обоссанная рожа, прямо как Удам. Бля, извините, не стал читать сначала охуел от того, что он сделал. Пока, обмоченный. Ебать, дед охуел. Ну ничего, бог его накажет. За его выходки, бог его накажет. Он нас унизил, так сказать, обоссал. Он за это еще ответит. Так, спиздим у него тут вещи. Как к нему залезть-то? Бля, ну допустим, давай попробуем. Здесь никак. Тут что, корни? Бля, ну давай ее подожжем. Может, сгорит нахуй, так надо, может. Правда, вот сука, как она. О, а вот и дыра. Помоемся хоть после него, козла эдакого. Ебать, он тут что, удом... голодом, что ли, морит и убивает? Хотя не, вроде упитанные, блядь. Тут у нас еще ястреб нарисован. А тут что? Ай, ебать! Ты что, ебанутая? Съебалась нахуй. Сгори. Охуевшая. Я не думал, то, что мне даже здесь придется с факелом ходить. Так, хорошечно. Тут у нас что, тоже какая-то херня. А тут что? Ага. Ебать, фу, бля, в кишках поковырялся. Бля, ну давай взаимодействовать. Чё мне это даст? Ну, обвалилось оно и чё? Видать, не тут выход-то. А может быть и тут. Правда, я этого пока не понял. Пусть погорит, если будет гореть, конечно. Так, ты чё? Давай думать, нам надо, кажись, собрать эту... приспособление. Опа, чё за взаимодействие? А... оно здесь лежало в коте, как я не заметил. Вы нашли странный, но полезный инструмент. Ищите значок крюка, чтобы карабкаться к новым вершинам. Подойдите ближе, пока не увидите соответствующую подсказку. Затем удержите Е, чтобы зацепиться крюком. С помощью крюка вы можете прыгать с одного места на другое, не касаясь земли. Нихуя. Короче, как в Far Cry 4. Бля, горит, все, перепрыгиваем. Да бля, я как это, русский язычник через костер прыгнул, что тебе не нравится-то? Ну давай, полезный. Вот это вот дед, наверное, не ожидал. Видать, дед настолько тупой, что забыл свой же крюк убрать из этой пещеры.
Глупый дед. Ебать, а вот тут вот большой разгон делать-то надо. А тут еще секретик. А тут если я вдруг это не долечу, бля. Вот это вот жесткое испытание, кстати. Ну давай попробуем. Опа! Бля, зацепился все-таки. Так, тут мы по крюку спускаемся. Ебануться. Ебать, три кота, нахуй. Вот, вот где-то делать нехуй. Похуй, давай раскачиваемся. Сейчас будем отпускать. Опа. О, хуй вам, пидорасы. Так, тут что, опять крюк? Бля, да ты гонишь. Забраться надо или, блядь, это... спуститься? А, ну, конечно, забраться. Нахуй нам спускаться? Так как там, мы что, долбоёбы с ними драться? Опа! Ну, тут можно и затушить. Сбежали мы, короче, от деда. Западне завершено. А что с дедом-то делаем? Рыбкой нырнули, это хорошо. Что у нас там по очкам? Так, навыки. Два навыка. Я вот хочу, чтобы сова... Не то чтобы этих. Я хочу, чтобы сова ебашила сначала бомбы, а потом сильных элитных врагов. Так, что там, деда наказывать будем? Конечно, будем, а то дед охуел. Стиралки-то не было в их время. Как я сейчас одежду-то после деда постираю саново? Бля, как к нему лезть-то? Давай здесь обойдем. Ага, там наших жрут, но я ничего не сделаю, извините. Ага, опять тот же самый проход к нему, да? Так, единственное... Ты чё? Ты где? Бля, змею убить всегда мечтал. Ай, сука. Ну да, заебись, ядовитый укус... А мы нахуй будем это? А, со змеей нихуя не соберется. Так, а где тут этот отпечаток? Или он наверху? Кажись, наверху. Ну, сейчас сделаем что. Да нет, не наверху. Или наверху. Ну да, он еще выше, кажись. Надо лезть. Сейчас пизды деду дадим за его выходки. Глупые поедатели рук. Удам, глупые поедатели рук. О, обосрался. Ты не Удам. Обмоченный. На нахуй, деда. Винжа, я Винжа.
Вин же не мертвые. Много живы. Не спятить, как ты. Я не спятить, я помогать Винжа. Ты видишь? Красивый. Твердый, как камень. Кровь Уруса. Хорошо, чтобы делать сильное оружие для Винжа, но кровь Уруса прятаться от меня. Я найти камни, ты идти на запад, жить с Винжа. Умные обмоченные, кровь Уруса сиять на солнце, так ты их найти. Это мой. Ух, дед. Ну давай, куда? Найдите кровь Уруса. А, сюда надо. Ну, конечно же, к деду в пещеру, как иначе-то. Я вот тут вот только прикол не понял, куда мне здесь-то идти? Или это с другой стороны? Бля. А по карте не показывает? Да, это с другой стороны. Ну пошли с другой стороны, сходим, посмотрим. Кабаны или кто вообще? А, это охотится этот волк. Бля, тут рыба плавает. Похуй. На характере успею. Сука, рыба согрелась. Рыба согрелась! Рыба сейчас за жопу укусит. Ух, блядь. Смотри, какая рыба противная. Чуть не сожрала. Че, здесь искать? Бля, как ты пораниться-то успел, ёб твою мать. Да сука, дай мне... дай мне собрать. Челика. Ладно, нету так этого. Ебать, фу, чё делают. Так, где кровь Уруса-то? Осмотрите старые стоячие камни Винджа. Я не вижу, слишком много растений. Напачом. Дача гушли. Бля, что я найти-то должен? Дай совет. Ебать. Коты бегают. Нет, сука. Поднимите это копье, на нахуй. Стоять. Да ну нахуй. Блять, матрица нахуй. Это вот опасный чел. Его только так, блядь. Ебать. Вот это его канаёбит, я охуею. Сгори нахуй.
На, сука. Блять, помоги. Блять. Ну это нечестно, откуда он взялся? Он слишком сильный. Сука, опять туда идти. У меня вот единственный вопрос. Откуда могут взяться камни вот эти блестящие, кристаллические? Там, блядь, наружу. Они ж, по идее, должны быть в пещере. Почему я их должен искать именно там? Вот расскажите мне, пожалуйста. Они же должны быть в пещере. Это нелогично. Ебашь, неохота. Ох, давай так. Легко и просто. Так, продолжаем. Понятно, что ничего. Да ну нахуй. Ну началось, блядь. Съебись-ка ты от моего братана. Бля, лишь бы с тигром не повторилось, нахуй. Ты чё тут носишься-то, блядь? Сука, из-за тебя новую делать. И еще запас. Да, блять, ну не кормить я хочу, а шкуру собрать. А, так, смотрим дальше. Может, я здесь что-то упустил? По идее, должен здесь смотреть. А я дорубил. Поджечь. Ну и чё? Хасар урусис. Нихуя себе. Кто бы мог подумать? А причем именно вот эти камни, блядь, и вот эта кровь Уруса, чё за пиздец? И нихуя себе, смотри, как светится-то, даже, блядь, это, ну, от солнца не меняется. Оно не может так светиться без конца, это уже какая-то выдумка. Или может это что-то магическое? Far Cry же всегда заключался в том, что тут какие-то демоны и ещё какая-нибудь херь. Ну, бля, не может быть, чтобы она вот так вот бы просто хуярила и светилась. Инопланетяне, что ли? Камни крови Уруса. Ну, давай сейчас наебнем этих камней. Ебать, здрасте, пацаны. У вас что, тут своя шахта? Давай посмотрим, что у вас тут, пацаны. Бля, сова, только нахуй не упрись никуда. Так, ну то, что нижний, это хуйня, надо верхних снимать.
Погнали. А где мой лук? Опа. Бесшумные убийства. Блять. Я сказал бесшумные. Да я сказал, сука, бесшумные убийства. Кто меня, блять, спалил? Ебать вас. Вон квояж. Как вам спуститься, черти? Жаль, спрыгнуть нельзя, еще не изучил эту способность. Да сука. Блять. Да заебал. Да, блять. Чё вы за камнями-то прячетесь? Да, бля, я что ли косой уже? Пиздец. Чуть за хуйню в меня. Бля, прыгаю, похуй. Бля, нихуя тут глубоко так можно было. Ну чё, пидорасы? Ёб твою мать, вы чё творите-то нахуй? Бля, убийство сверху мог сделать. Да ты заебал. Сука. Не получилось. Ебать, они тут. Охуеть, страдают, охуели. Бля, вот здесь, вон, да, вот здесь был, помню. Это типа обсидиан, наверное. И они его называют кровью. Так, а где еще там? В той стороне было логично, что где-то вот в этой стороне уже. Бля, может, на дне реки точно. Это что такое? Да, на дне реки. Как знал. Только не реки, а озеро этого. Хуйня какой-то пострадал, бля, чел. Ты не должен жить. Мне выгоднее тебя сейчас будет облутать. Так, ладно, чё, дед мы заполучили? Да, с дедом все заебись, дед заполучили. Чё у нас по навыкам? Вот эту хуйню изучаю. Хотелось. Теперь можно нести три копья, вот это хорошо. Это чё? Дубинок побольше, это крюк этот дедовский. Ну да, дед свои уже приколы делает. Так, ладно, дорогие друзья. В принципе, серия уже получилась довольно большой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. Всем удачи и всем пока. Увидимся скоро.